Всем привет, дорогие друзья, точнее йоу, снова на канале Сломбет очередное прохождение по игре Deus Ex Human Revolution. Dark Siders тоже 2 будет, просто сейчас Batman, там, Game for Windows Live что-то тормозит, лагает, не то что он сам лагает, не просто не запускает, да, сам Game for Windows. Потом давайте пойдем, проходим Deus Ex. Да-да, ага. На нормальном уровне сложности, мы не проходим на изи. Мы хардкор бой, хотя мы не на хардкоре сейчас играем. Как Макс Пейн сидит, бухает, курит. Если экран будет немножко сжат, прошу простить, потому что... Он не хочет ставить ненормальный экран, который я хочу. Набрать свой новый, пока не хочу. Все тоже. Все по-прежнему? Почти. Что значит «почти»? Был разговор с Монреалем. Как только потребуется, спутники вещания наши. Надо потерпеть неделю-другую, и народ будет готов к нашему возвращению. А клиники? Мы держим их злостно. Они будут нас слушаться. Голос Гугл. Я думаю, стоит подождать референдума. У нас нет времени. Созыв научного комитета в следующем месяце. Но настроения среди делегатов меняются. Я думаю, если дать время... Нет. Обнародовав свое открытие, шериф вынуждает нас действовать. В одночасье только потому, что так хочет Дэвид Шериф. Кроме того, мы ничего не сможем сделать, пока наш чип не будет готов. Я думал, вы близки к завершению. Добиться устойчивой работы интерфейса на основе нервной системы сложнее, чем предполагалось. К счастью, благодаря Дэвиду, я знаю, где копать. Сообщают из Вашингтона, люди продолжают стекаться к Капитолию. Большинство требует, чтобы Конгресс запретил все попытки изменять возможности человеческого тела. Это реакция на заявление Дэвида Шарифа, специалиста по биотехнологиям, который утверждает, что в его компании найден способ починить эволюцию воли человека. Ученые из Шариф Индустрис прибудут в Вашингтон завтра, чтобы обосновать это заявление. Но что ждет нас сегодня вечером? С вами Элиза Касано. Репортаж с места событий. При всем уважении к вам, мэр, надеюсь, у вас будет 2 отряда охраны на взлетной полосе. Нет, мы не пойдем через терминал, это небезопасно. Да. Рад, что вы понимаете. Спокойной ночи, тупица. Что-то не так? Не у меня. А вы все время теребите колье, доктор Рид. Порвете. Что ты, Мэг? Тебе уже приходилось представлять свою работу. Тогда было иначе. Тогда это были просто слова. Но это открытие, Адам. Это прорыв. Как законы Кеплера, как розетский камень. И в чем проблема? Захотят узнать, как это вышло. Меган, мы отправляемся через... Адам, ты здесь, отлично. Что-нибудь нужно, босс? Да, перед отправлением я хотел бы посмотреть планы по обеспечению безопасности. Меган, вы готовы? Почти, Дэвид. Перепроверяем данные. Ладно, поторопитесь. Чтобы ты могла поразить этих всезнаек федералов, нам нужно добраться до Вашингтона. Ненавижу, когда он так делает. Брось, я прогуляюсь с тобой. И вот она дает управление. Да, шнок не видно, как всегда. Что ты имела в виду, Марк, насчет того, как ты это сделала? Ничего, это просто от волнения. Может, мне следует что-то знать об этом месте, о шерифе? Меган! Погоди. Мы никак не можем избавиться от отклонений в искусственных клетках. Ладно. Но повышенный уровень нейропептидов в этой блоке может свести на нет всю клетку.
Ладно, я перепроверю это. Не верится, что ты спрашиваешь про Дэвида. Ты здесь достаточно давно, чтобы знать. Эрик, ты не собираешься бегать от меня, верно? Даже не думал об этом, доктор. Мне кажется, я знаю, почему показания Деклана выходят за рамки. Избыток пептидов? Я думаю, причина в гибели глиальной ткани, которую мы обнаружили после сплайсинга в белках антагониста. Был бы у нас хороший цитометр. Были бы и точные данные, которые подтверждают его. Оставаться. Я попрошу Дэвида подумать об этом. Если он закажет прибор в Page Industries, может, нам достанется еще одна кофеварка. Ты слишком глубоко копаешь, Адам. Мы делаем доброе дело. Мы помогаем людям преодолеть физические немощи. Да, только вот почему-то большинство наших клиентов военные. Далеко не все. Мы работаем с учителями, врачами, строителями. Осторожно, Эдди. Эти коробки стоят больше, чем тебе платят. Извини. Нет, все уже готово. Для Вашингтона? А. А, доктор Ри, это генерал О'Нил. Доктор Шевченко сказал мне, что работа над тайфуном продвигается. Да, если бы не Василий. Как я говорил, сэр, основа тайфуна – видоизмененный боевой корпус наподобие того, что надет на мне. Я улучшил его, снабдив фигурными микрозарядами, которые приводят в движение стальные пулы. А проблема обратного пламени? Решена с помощью динамических клапанов. О, смотри. Давай. Впечатляет. Когда все будет готово? Боюсь, мне надо бежать. Василий знает все подробности, генерал. Конечно. Точно. Учителю без этой штуки никак не обойтись. Ты не понимаешь. Военные заказы помогают нам держаться на плаву. Но нейронные импланты, которые помогают быстрее соображать, реагировать, они могут сильно улучшить жизнь. Жизнь каждого. Дэвид годами говорил об этом. Да, он любитель поговорить. Он хороший человек. Признайся, Адам. В глубине души он тебе нравится? Мне все нравятся, доктор Рид. Ну да, конечно. Далеко идти? Кабинет Дианы. Я забыла оставить ключи, чтобы она погуляла с Кубриком. Знаешь, он так вырос. Все время роняет горшки с цветами. Он уже разбил ту самую вазу? Я ее убрала. И обнесла забором, как ты собирался сделать. Да, так и не собрался. Прости. И ты меня. За очень многое. Адам, я... Кое-что... Я... Добрый вечер. Ричард. Так вот, у нас все готово. Фарида, надо спешить. Увидимся на площадке, Адам. Ага. Я не помешал вам, Дженсен? Ты уже починил фаервол? Фаервол нельзя починить. Можно найти дыру и ликвидировать ее. Ты ее ликвидировал? Да. Рассказать тебе как? А, подожди, я забыл. Бывший коп. Вряд ли ты поймешь. Бывший спецназовец, ты будешь удивлен. Шариф и тебя хочет видеть. Афина. Она хочет показать мне, как отслеживать локаторы, имплантированные нашим ученым. На случай, если принятых тобой мер в Вашингтоне окажется мало. Не окажется. Джентльмен, очень приятно видеть вас обоих. Заходи, Адам. Он ждет. Афина, это новейшие GPL-локаторы с шифровами. Каждые 10 футов или 5 секунд они передают данные в нашей стране. Не важно, какой ценой, я хочу увидеть Гиодера в Вашингтоне, рядом со мной. Он не прибежит по первому зову. Он попелевский лауреат. Сенаторам он нравится. Слушания пройдут спокойнее, если он там будет. Завтра у нас большой день. Все на месте? Да, сэр. Полиция проводит нас к Капитолийскому холму, а там нас встретит служба безопасности. Отлично. Как там наша девочка? Нервничает. Ей нужно просто показать им наши разработки. Она тебе все объяснила? Честно говоря, мы не вдавались в подробности, босс. Это потрясающе. Все эти поборники чистоты обвиняют нас в насилии над природой. Но на самом деле, Маган всего лишь нашла способ использовать то, что уже заложено в ДНК. Это гораздо проще и безопаснее, чем все, что сделал Хью Дэррелл. Внешний технический сбой. Лаборатория, 6-й подотдел. Руководители проектов просят немедленно отозваться. Пожалуй, нам не стоит рисковать. Не сегодня. Спустись туда на Майнлинде.
код знает? 0451. Узнаю, в чем дело. Афина, пусть кто-нибудь выключит этот грохот. Итак, нам дают... Нам дают уже поуправлять им. Мы все прослушали. Теперь мы едем вниз на лифте. Опять же, на лифте. Причард, где Меган? Она уже отозвалась? GPL-локатор говорит, что она в микрохимической лаборатории. Кажется, она бежит. Черт, похоже, с оборудованием серьезные проблемы. Ты можешь посмотреть на нее? Пытаюсь, но камера не отвечает. Какие-то помехи непонятно откуда. Выясни, что происходит, Дженсен. Скорее. Причард. Оу. Причард. Откуда он? Прежде чем делать что-либо еще, вам необходимо научиться передвигаться. Первый при. Ой. Будто я не знаю. Никогда в шутеры будто не играл. Так бесит эти туториалы, которые ты так знаешь, что делать. Все горит, все в огне. Итак, он сейчас умрет. Меня жгли, он сейчас умрет. И что с объектами? Некоторые окружающие вас предметы можно брать или перемещать. Ясно, намек. Понят. Вот это уже стоило посмотреть, чтобы... Хотя... Мы так знаем, что нам поднимать. И что нам делать еще. Что такого в Deus Ex-е тут нету? Убитые. Так он уж. Так. Если начнется пальба, стоит спрятаться в укрытие. Так вы защититесь от пули и взрывной волны. Чтобы выстрелить, выгляните из укрытия справа, слева или сверху. А, все время удерживать. Так, никак перебраться нельзя. Ну окей. Сказано, что бой. Обоя нет. Будет здесь. Убил. О да, отлично. Deus Ex замечательная игра. Отлично. Идем наверх. Ну, действие. О, наверное, тело таскать можно. Круто. Для стелса. Хм. Возьмем. Что не взять-то? Да, его, конечно, мы сами его не поднимем. Хм. Но все равно весело. Так, кто-то там кричал. Я вижу этих упырей. Отлично. Смотрите, чтобы никто не вздумал герой. Ну. Это бронированный урод. Мол, патрончики. Так, куда теперь? Ну ладно, сюда, наверное. Шеллонцы есть, чекпоинт. Эй, валка. Моя труба.
Вау. Ну хоть открыл. Так, отлично. Так, золотой ты мой, ты где? А вот там. Где еще один мой золотой? Вон он. Убил всех. Тут можно спускаться. Ну, пособираем. Не все. Уйти. Так, идем. Когда показывали кости доктора Хауса сначала. Чудесно. Кажется, справились, да? Дайте ему инфолин. Хорошо, давайте пакет для связи. Название самой игры. Это Дэвид. Ты в здании?
только что вошел в фойе. Извини, что выдернул тебя с больничного, но у нас проблема. Нападение на фабрику в Милуоки Джанкшн. Встречаемся на вертолетной площадке. Для начала мне нужен Причард. Усиление сетчатки барахлит. О, руки видно, круто. О. Давно пора. Что случилось? Ты застрял, когда лез через вентиляцию? Я тоже рад тебя видеть, Фрэнсис. У меня что-то с экраном сетчатки. Можешь поправить? Если это то, о чем я думаю, вероятно. Конечно, это немного больно. Похоже на рассинхронизацию левого и правого процессоров изображений. Но не переживай, скоро сработает твой страж здоровья. Этот имплант устранит все повреждения. Теперь твой экран сетчатки должен быть в норме. Программы распознавания пока не могут выявлять противника, но ты должен видеть радар и сетку наведения. И биомедицинские данные, если с тобой что-то не так. Так, мы закончили. Шариф ждет меня на вертолетной площадке. Точно. Радикалы ворвались на наш завод и захватили заложников. Возможно, на этот раз ты сможешь кого-нибудь спасти. Радуйся, что я решил пропустить это мимо ушей. Закончим на этом. Так, и да, спасибо, что... Потянем сетку, но бежим. Руки. Обожаю, когда при беге руки видны. Хотя ноги было бы лучше. Адам, ты далеко от площадки? Почти на месте. Хорошо, потому что спецназ уже готов превратить все это в показательный кошмар. Жду тебя в вертолете. Когда вылетим, я изложу суть дела. Все-таки к этому подойти. К этой. С возвращением, Дженсен. Лау. Не ожидали увидеть тебя здесь так скоро? Ты знаешь, как это бывает, Малик. Зов долга. Мне ли не знать. Когда меня вызвали, на мне был летный костюм. Застали меня прямо на крыше Ренессанс-центра. Но ты... Дьявольски сложно вернуться с того света всего за 6 месяцев. Ты уверен, что готов? Подержи. Есть только один способ что-то узнать. Так точно. Босс уже на борту. Спорит с оперативниками из полиции Детройта. Они окружили завод, но шариф хочет, чтобы ты вошел туда первым. Все готовы? Чем раньше вылетим, тем лучше будет для всех. Готов. Я готов. Прекрасно. Тогда поехали. Ой, простите. Я велел Фариде высадить нас на крыше. Не хочу, чтобы толпа видела, как ты войдешь. Хорошо. Если она заберет вас, как только я уйду. Итак, что мне искать здесь? Кто эти парни? Защитники человеческой чистоты, так они себя называют. Те самые защитники, которые бомбили клиники протез по всей стране. И вы в это верите? Вряд ли они случайно напали на нас сегодня, через несколько часов после доставки тайфуна в цех сборки. Тайфуна? Команда Меган занималась его тестированием в тот день, когда... Кто их главарь? Адам, я знаю, что вы с Меган были... Кто их главарь? Называет себя Сандерсон. Вон он там. У него нет имплантов, Адам. Его не могло быть среди наемников, которые напали на нас, но он отлично знает, как проникнуть на фабрику. Хорошо. И что я должен делать? В первую очередь тайфун.
Я не пущу спецназ внутрь, пока ты не спрячешь его. Но в остальном я полагаюсь на тебя. Мочить или нет? Я намерен использовать свое оружие. Я не собираюсь использовать там оружие. Достаточно нейтрализовать их. Хорошо. Но убедись, что эти сволочи не успеют предупредить своих дружков. Ты же помнишь, что там? Много тесных замкнутых коридоров. А вот в цехах места полно. Высокие потолки. Тебе нужно что-нибудь для дальнего или для ближнего боя? Чем ближе, тем лучше, я думаю. Так я буду уверен, что они останутся на месте. Хорошо. Тайфун находится в фабричной лаборатории. Ричард может рассказать об этом больше, чем я. Он проводил там коммуникации. Потрясающе. Что-нибудь еще? Смотри в оба и ищи заложников. Если получится, освободи их. Но помни, что главное — Тайфун. Это разработка для литерных учреждений. Если они не получат ее в целости и секретности... Ладно. Уверен, ты справишься с этим заданием. Джентльмены, приготовьтесь к посадке. Ни хрена, как высоко летим. Охуеть. Стоит. Робот. Оу, у меня все-таки есть это. У нас здоровится. О, мусор. О, эй, я ж нечаянно. Лалка, я же нечаянно попал по нему. Ну окей. Дженсен, это я, Причард. Где ты? На крыше, осматриваю территорию фабрики. Отлично. Скорее всего, внутрь ты попадешь на участки приема и разгрузки. Скорее всего, Фрэнсис? Что ты хочешь сказать? Там у нас вход для служащих. Борцы за чистоту наверняка тщательно охраняют его. Так что, если ты не любитель лобовых атак, стоит добраться до крыши. Так. Слишком близко подходить к охранникам рискованно. Лучше держитесь от них подальше. Да, кажется, все под контролем. Спецназа не видать. Никого не видать. Ну, давай, уходи. Быть невидимым недостаточно. Меньше всего от вас будет шума, если вы будете передвигаться, пригнувшись. Зона обзора играет важную роль. Если вы будете держаться в укрытии, вероятность того, что противник вас не заметит, выше. О.
достижение даже открыл. Ну, уберем его подальше. Чтоб не мешался.